Итак, хочу показать, что я сегодня купил в Бедронке в Гданьске. Так, вот у меня чек. Ну, вот этот вот, это уже старый, это я брал в дорогу. Студенческая смесь. Что это? А, 200 грамм. Студенческая смесь, там всякие орешки, да, смесь. Она у нас, это я в Кауфланде брал, она стоит... А, так, она стоит мешанка 5,49 злотых, 5,49 мешанка студенческая. Так, вичи, классик, это салатик такой. А, так, салатик вичи у нас, салатка сурими 5,48, вот это салатка сурими вичи 5,48. Так, багетка, ну багетка, это булка такая маленькая, булочка. Булку взял, там это, типа свеженькая, 2,99, дорогая, мне кажется, 3 злотых почти. Так, торчинский, вот торчинский, кабаносы, кабаносы торчинского. Так, это 5,18 они у нас. А, у них скидка, кстати, 3,99, я их со скидкой брал. Так, 5,18, а со скидкой 3,99. Здесь, кстати, вот написано, что из мяса сделан. Вот, из мяса. Так, дальше, бочек. 5,09. Вот это вот измельченная такая грудинка. Бочек в шлюпках. Она у нас стоит, этот бочек. А, так, 5,99. 5,99, 150 грамм. 150 грамм. Так, порубки, порубки, и шинки, порубки, краковцы. Ай-яй-яй-яй, 200 грамм. 200 грамм сосисочки. Сосиски из шинки. Мясные, в общем, они. 5,49. Сыр желтый, 4,71. Вот этот вот, сыр крулецкий, 4,71. Он нарезки. Так, открывается интересно. Вот так. Здесь такая кусовалка. Раз. Открываешь вот так. Раз, сюда. Да, сырок. 135 грамм. Угу. Так, это из молоко. Так, молоко, соль, стабилизатор, бактерии. Тан-тан-тан. Без консервантов. Вот такой сыр. Так, опоровки у нас там как 200, так, 200 грамм. Шинки, так, 90% мяса. Вот так вот. 90%. Здесь мясо указывает, что мне нравится. Да, у поляков. У них все по-честному. Кельбаса випржова, мясо випржова, 90%. Вот так, мясо есть, 90%. В общем-то и все. А, майонез еще, 4,15. Вот этот майонез я брал. Декорационный майонез. У него жирность. Так, тлущ. 76%. Отличный майонезик, 70. Хоть почему-то называется декорационный. Для декорирования, что ли, чего. Вот жир у него 76%. Да, неплохо. Неплохо. Такой. В общем-то, вот и все. Так, торчинский еще. На 105 грамм торчинского. Угу. Тоже. Из 180 грамм, из 185 грамм, вот написано, мясо сделано. Это мясо для прыжога, это из свининки. Вот так, все, пока.